При диктовке микрофон был занят программой с распознаванием речи, поэтому пришлось озвучивать скринкаст с помощью программы как раз Camtasia Studio. Ну, в общем, все, что я хотел сказать, здесь в напечатанном виде можно прочитать. Видно, что редактирование займет не очень много времени, поэтому какая-то польза от такой программы, конечно, есть.